Постой. Мы что, знакомы? Откуда ты знаешь мое имя? Не знакомы, но я тебя знаю. Мы учились в одной школе, но ни разу не разговаривали. Как ты познакомился со своей невестой? Кто кого поцеловал первым? Она. На другой день она переехала ко мне со всеми вещами, и с тех пор мы вместе. Черт, я даже не знаю, как тебя зовут. Угадай. Не угадаешь, поедем ко мне? Я не могу. Нельзя, понимаешь? А ты о чем мечтал в 15 лет? О революции. Ты уверен, что любишь Флоранс, если скрываешь от нее такие вещи? В моменты нашей близости мы чувствуем, насколько мы единое целое. Нельзя в постели делать одно, а фантазировать о другом. Это же просто фантазии. Я не хочу, чтобы такое происходило на самом деле. А кто я для тебя во всей этой истории? Девушка, с которой ты для разнообразия решил раз в жизни быть честным?